Поселок Вычегодский. Сейчас здесь практически завершаются работы по обустройству спортивной площадки для городошного спорта. По контракту срок окончания работ 15 августа. Подрядчик идет в соответствии с графиком. На сэкономленные в результате проведения конкурса средства на площадке появится освещение. На сегодняшний день выполнены уже все подготовительные работы, земляные, полностью завершены бетонные работы. Вот на этой неделе уже пришли листы железа. Это само поле для игры. Они также будут укладываться, устанавливаться ограждения. Буквально на этой неделе, к концу недели уже ждем поступления покрытия. В Котласе продолжаются ремонтные работы и в здании спортивной школы по адресу Невельская, 1. Здесь идет частичная замена плитки в чаше бассейна и капитальный ремонт большого спортивного зала. Закончены уже работы, приняты работы по замене мягкой кровли над большим спортивным залом. И также у нас проведены работы по увеличению сечения труб системы водоподготовки бассейна. Планируем, что подрядчик не подведет, и к 1 сентября мы зайдем в зал и будем купаться в бассейне. Организуем спортивную подготовку вовремя. Идут работы по обустройству новой спортивной площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола при 5-й школе в микрорайоне Лиминда. Все должно быть готово до 20 августа этого года. Работы завершены по бетонированию. Сегодняшний день уже практически на 90% сделано ограждение. Осталось буквально сделать только рабицу. И после рабицы будут установлены фермы баскетбольные, футбольные ворота, волейбольные стойки и постелено покрытие. К учебному процессу площадка должна полностью заработать и не только для школы, но и для микрорайона Лиминды. А уже на этой неделе будет объявлен аукцион по обустройству сразу двух спортивных объектов – скейт-парк и площадка для сдачи норм ГТО. Первый объект расположится за Вычегодским ДК, второй построят в 11-м квартале Котласа у дома по проспекту Мира 8.